Здравствуйте, дорогие друзья! Это у нас будет первая часть видео, в котором я показываю свои лилии. Сегодня вот у нас наконец солнышко появилось, и даже сильное не очень видно, наверное, как получается. Цветочки как мои растут. Они просто очень быстро распускаются все один за одним и тут же увядают. И я боюсь, что я не успею, так как с ирисами у меня произошло. У меня очень много ирис. 7 сортов различных, и я хотела вам их показать, но так и не успела, потому что у нас идут дожди. Кто живет на юге России, они знают, что, кажется, в этом году юг с Сибирью местами поменялись, и вот в этом году на юге России у нас идут дожди. Я вам даже покажу, вот небо наше, все в тучках, и вот эти тучки каждый день идут, и идут дожди. Если не каждый день, так через день. Итак, у нас на календаре июнь месяц. И вот такая вот у меня красота. Это, я так понимаю, самые обычные лилии. Они не сортовые. Или, может быть, это даже лилия пожар, я не знаю. Ну, мне кажется, нет. Это просто самые обыкновенные. И я вам покажу, как они у меня распускаются. О, вот, видите, все, уже и солнышко скрылось за тучками. Вот так вот выглядят. Вот. Покажу поближе. Вот такой вот цвет. Кто-то одиночная. И вот сейчас покажу вам. Вот так вот они выглядят. Вот. Вот они таким букетом красивым растут. А вот это будет сортовая. Видите, интересно, там с краплениями такими. Сейчас она появится еще не скоро. И вот так вот выглядит со стороны. Вот так я вам сейчас покажу. Вот так вот она выглядит. У нас из-за этих дождей это ужас какой-то. Только сорняки растут. Я в этом году, наверное, раза три всего поливала за весь этот год. В принципе, на участке что-то. И сейчас вторая моя грядка, вот, которая у нас была. Видите, она тоже пытается распуститься. Лилии все потихоньку, но еще не готова. Здесь только вот несколько штук. Вот она отцветает уже. Сейчас пройдусь. И покажу то, что у меня красивое цветет. Гиппигаструм. Ну-ка, покажи свою красоту. Вот он какой красавчик. Большой. Вот, с ладошку мою. От этого до этого. Вот, с ладони размером. То есть у меня вот рука, в принципе, не маленькая. Вот он. Этот тоже собирается распуститься. Тут хоста у меня растет. Это тоже отцвел. И вот еще один красавчик. Вот такой вот красивый. Этот уже отцвел. А там детки. Им еще. И вот он с этой стороны. Видите, какая шикарная. Очень красивый. И тоже с ладонью. Вот размерчик. Ну, очень большой. Видите, мне даже руки не хватает. Вот такая вот красота. Единственная. Но здесь раньше мята была. От соседей, видите, перетянулась через сетку рабицы. И забивает мяту ужасно, поэтому тут будет грядка для них на следующий год. Я теперь это учту. Так, на этом все. Следующее продолжение будет, когда они... Следующее цветут. О, у меня помогатор идет. Итак, видео номер 2. У нас сегодня 23 июня, и я хочу вам показать цветы. Некоторые у меня уже отцвели, конечно, но эти, которые вы видели. Так, показываю то, что у нас есть. Сейчас время уже около 7 вечера. Чтобы не так солнце светило, вот покажу. Такие вот красивые. Эти еще не раскрываются. Эти будут. Вот такой вот интересный. Дальше. Вот такой вот красавчик. Они же, я так понимаю, они очень похожи. Вот как раз вот не отсвечивают. И вы можете посмотреть. Они очень такие упругие веточки такие. Вот он. Красиво получается вот на одном кусту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 цветков будет. Если бы все сразу распускалось, конечно же, очень-очень красиво. Да, не там. Знаете, я их расставляла вообще в хаотичном порядке. Я даже не знала, где какие. Но на удивление все одинаковые получились. Вот еще так отсвечивает. Вот. Они чуть-чуть отличаются.
У нас папа руками машет. Эти получается чуть-чуть светлее. Их листочки такие светлые. И красные. И эти вот такие вот. Так вот пока все выглядит. Сейчас покажу другую грядку. Что, малина? О, у нас уже малина первая. Так, а здесь вот это будет. Пока еще рано, я его потом покажу. А вот это же. Вот так вот красивые такие. Вот. Эти что же? Вот где пиастр распустился, покажу. А этот еще цветет. Красивые все такие. Окей. Ну все. Потом продолжение будет. 25 июня и смотрим, что у нас уже выросло. У нас все, пришла жара, идет палящее солнце. Вот такие вот, желтенькие, очень красивые. И вот желтенькие, красненькие. Вот такие вот красивые. Я потом еще сделаю фото на фотоаппарат ближе к вечернему времени. И в конце видео просто выставлю вам фотографии. Ну, эти я, наверное, уже показывала. Вот. Вот эти вот. И так. О, я буду тень создавать, будет красиво. А то никак с такой погодой не получается. Вот еще желтенький. Очень красивый такой. Вот и этот у нас распускается, малыш красивый. Вот красота. Сейчас обойдем. Вот так. Вот открывается. Так, сейчас посмотрим на той грядке. Так, ну здесь практически у нас ничего не изменилось. Вот они красивенькие. Вот это прям вообще классно. Такая шапочка огромная. Он такой прям твёрденький. Вот, ну какой красивый. Белотень. И я сейчас вам покажу кое-чего. Вот, смотрите, как красивый. Здорово, прелесть. Это я сегодня, мы на рынок ходили за овощами, и я у одной бабушки увидела, не удержалась. 100 рублей. Ну, конечно, если луковицами покупать, то вроде как дурка получается. А так он уже готов, он в стаканчике. Ему сейчас еще будет жарко для посадки. Я его сюда в тенек поставила, у меня тут курчатчики растут. Маленькие, правда, еще пока. Ну ничего, вот такие вот красивенькие. Все, потом продолжим. Итак, сегодня у нас 29 июня. И сейчас покажу еще. Распустились розовенькие. Вот. Такие вот красивые. Вот. Вот эти. Тоже розовые. Здесь спрятался розовый. Бордовые. Вот еще один. И здесь, в принципе, получается у меня все однотипные. Розовые, эти точно розовые крайние. Вот эти остаются. Они высокие, тонкие. У них есть семена здесь. И вот они еще не распустились. Это та, что с края как-то выглядит грядка. Теперь сейчас посмотрим на эту. Здесь у нас желтые. Такие, как красно-бордовые. Потом вот этот, наверное, тоже будет желтый. Здесь были 1, 2, 3, 4 махровые. Это были самые первые простые. Дальше желтые. Бордовые, красные. Эти вот такие. Если я не ошибаюсь, это называется лилия пожар. Но я могу ошибаться. Вот они две штуки раскрываются. Это были простые, они уже отцвели. Это тоже у нас простая. Это вот я не знаю, кто будет. Потому что у нее кончики тут белесенькие. Там вот эта вот лилия. Та цвела простая. Там маленькая. Не знаю, будет она в этом году цвести или нет. Это та, которую я невзначай сломала. То есть это у нас опять такие все. Однотипные. И последний ряд. Желтая, желтая, красная. Бордовая, красная, красная. Тут товарищ сидит.
куклы. Ну все, собственно, и все. Получается, еще одно видео остается, когда оставшаяся здесь у меня вот эта одна распустится. Эти там видно, что они будут какого цвета уже, эти тоже желтенькие. Вот. И там, которые недостающие. И все. Итак, продолжаем видео. Сегодня у нас 14 июля. Практически уже месяц, как я снимаю видео. И я вам хочу показать. Это, наверное, может быть даже заключительная часть. Я не знаю, дождусь я или нет. Или выставлю раньше видео того, как у меня последний распустится. Последний цветочек. Вот покажу, как выглядит. Это вот такая вот лилия. Насколько я знаю, это и есть игровые лилии. Давайте так вот снимем. Вот такие вот они красивые. Сейчас со стороны покажу, чуть-чуть дальше зайду. Так вот они выглядят у меня. Сколько у меня их штучек? Сейчас посчитаем. 1, 2 по головам. 3, 4, 5, 6. Так, 7, 8, 9. Итого 9 штук. Ну, очень-очень красивые. Конечно. Их много, видите, они в принципе распускаются все объемно, вот так вот. То есть первоначальная стадия вот такая, затем он такой будет, и уже потом готовый цветочек. Смотрите, руки пачкаются. Ну, здесь у меня в принципе все отцвели, вот здесь была желтая, такая сочно-сочно-желтая, вот такого лимонного цвета. Остальные, как вы видите, все отцветают, за исключением вот этой. Ну, я даже не знаю, какая это будет. Не знаю, не знаю. И вот самая-самая первая, вы видите, маленькая. Та, которую я сломала. Я даже не знаю, будет у нее цветочек или нет, поэтому так вот выглядит. А здесь у меня потом гладиолусы. Ну, я далее вам покажу, я уже приготовила палочки, то есть их надо вытягивать. Теперь они начали падать, уже большие стрелки пускать, но... Это у нас к делу не относится. Уходить в другую сторону мы не будем. Поэтому мы показываем лилии. Вот так вот они у меня выглядят. Разворачиваемся. И со стороны они вот такие вот у меня красивые. Ну что, пока на этом все. И если что, до новых встреч. Ну что, ребят, заключительная часть наконец. Вот теперь я точно могу сказать, это последнее видео. Я вам хочу показать вот такую красоту. Смотрите, какой он классный. Просто супер. Очень-очень красивый. Да, ребенок у меня сказал, ух ты. И на этом я вам говорю до свидания в отношении данного видео. Оно было заключительное. Если кому-то оно кажется сильно длинным, уж простите, пожалуйста. Ну вот оно такое у нас длинное получилось. Ну что ж, всем спасибо. Всем пока.